Больше тренировок, меньше риска. Курские спасатели вместе с персоналом Дмитриевского городского пляжа отработали навыки оказания первой помощи утопающим. Полезное занятие прошло в рамках выездного заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, из поля зрения пляжных спасателей пропали два человека. Дежурные немедленно нажали тревожную кнопку и, вооружившись вспомогательными плавсредствами, бросились в воду. Пострадавшего нашли, вытащили на берег и передали в руки подоспевших медиков. В реальной жизни у спасателей есть около 5 минут, чтобы вытащить человека из воды живым. На тренировке в сроки уложились. К сожалению, этим летом так было не всегда. Несколько статистика и несколько положение именно с обеспечением безопасности ухудшилось период с 28-29 июня и первые дни июля, когда погибло основное количество наших граждан на водных объектах. На сегодняшний день по статистике у нас 8 человек погибло, но произошло 31 происшествие. На выездном заседании подчеркнули, обеспечение безопасности людей на водных объектах – приоритетное направление работы. В целом регион стороной обходит крупные происшествия. С начала года произошла лишь одна серьезная ЧС – авария на трассе М2 Крым, которая унесла жизни 6 человек.